каждый из населения России болеет практически два раза в год. Повсеместно закрываются больницы. Из-за нехватки специалистов к врачам растут очереди. Людям навязывают платные услуги и травят поддельными лекарствами. Цены в аптеках взлетают до небес. ЛДПР против этого. Положим вместе конец этому беспределу. Мы требуем восстановить бесплатную медицину. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Дорогие друзья, у России есть только одна перспектива – российский национальный прорыв. Наши отцы и деды сделали это. Мощное развитие страны, победа в Великой Отечественной войне, освоение космоса. И мы вместе с вами сможем сделать Россию лучшей страной в мире. Время делать все для людей. Политическая партия «Патриоты России». Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Дай России шанс на перемены. Голосуй за Парнас. Ты пойдешь голосовать? Лучше на дачу съезжу. Побуду на природе. А ты? Я тоже. У меня и так давно не было выходных. Хочу дома поваляться. Часто голоса остаются забытыми. Их считают ненужными и бесполезными. Но вместе они могут сделать мир лучше. Подумай о своем голосе. 18 сентября проголосуй за Российскую экологическую партию «Зеленые». Природе нужен твой голос. Почему «Единая Россия»? В основе политики «Единой России» уважение к традициям, культуре, истории нашего многонационального народа, понимание государственных интересов России, приверженность таким важнейшим ценностям, как патриотизм, правда и справедливость, национальное единство. Убежден, вместе мы справимся с любыми трудностями и задачами, но только в том случае, если будем слышать людей. Слышим людей. Сможем сделать. «Единая Россия». Коммунистическая партия «Коммунисты России» готовит 10 сталинских ударов по капитализму. Максим Сурайкин, товарищ Максим, лидер российских коммунистов. Другие только обещают. Мы боремся. Коммунистическая партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 2. Нам говорят, придут коммунисты, все отберут. Но это говорят те, кто незаконно захватил все богатства страны. Хватит лжи и спекуляций. Богатства России должны служить народу. Ключевые банки и стратегические отрасли в руки государства. Решим эти задачи вместе. Голосуем за КПРФ. КПРФ. Мы правы. Мы сможем. Номер 12 в избирательном бюллетене. Голосуй сердцем. Приходи на выборы. Партия пенсионеров. Номер 3 в бюллетене. Задумайся о своем будущем. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров. Номер 3 в бюллетене. Опыт и гражданскую позицию пенсионеров в органы публичной власти. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров номер 3 в бюллетене. Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться. Нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Партия «Родина». Понятия об успехе сейчас слишком размыты. Я уверен, что прежде всего нужно плодить не звезд, а таланты. Раскрывать потенциал каждого ребенка. С раннего возраста у детей должна быть возможность бесплатно посещать секции, кружки музыкальной школы. Необходимо в масштабах всей страны раскрывать потенциал каждого ребенка. Партия «Родина». Национальный фронт. Первая в бюллетене.